Центральным событием стало пленарное заседание под председательством Владимира Путина и Александра Лукашенко. Участие в обсуждении приняли представители почти полусотни регионов, в том числе и глава Кубани Вениамин Кондратьев. Вот уже много лет в крае большим спросом пользуется белорусская сельхозтехника. В свою очередь, кубанские предприятия тоже поставляют в республику свои товары. Это и запчасти для вагонов поездов, лакокрасочные материалы, биопрепараты. Успехов в совместной работе достигли и селекционеры, отметил Кондратьев. Огромные перспективы для развития сотрудничества наметились в семеноводстве. Только в этом году белорусские партнеры закупили в селекционном центре города Крымска 1 тонну семян гибридов томатов и 2 тонны гибридов огурцов для выращивания в промышленных теплицах. Я надеюсь, это пробный вариант и только начало. Поэтому призываю всех, давайте сделаем настоящее единое экономическое пространство между Белоруссией и Россией. Тогда, на самом деле, все у нас получится. В рамках форума на территории Морпорта работает и выставка белорусских товаров. Она развернулась почти на 1500 квадратных метрах. Свою продукцию сюда привезли десятки предприятий республики. Вениамин Кондратьев осмотрел большинство экспозиций. По мнению главы края, такие ярмарки могут стать регулярными, так как пользуются популярностью у кубанцев.